Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турции, Парадайз Алания. Нашел 1 плюс 1 в районе Уба, в открытом районе, подходит под ВНЖ. Квартира под ключ. Балкон. Так, снаружи у нас открытый бассейн. До моря максимум 350 метров максимум. Хорошая локация. Вид на горы. Западная сторона. Квадратных метров как минимум здесь 50. Так, покажем. Toshiba, два кондиционера инверторных. Vespro стиральная машинка, Jiu-Jitsu холодильник, прихожая, так, санузел, проточный обогреватель есть. Так, дорогие зрители, в этом проекте есть сауна на этом этаже, где находится квартира. Раньше когда-то было отелю, потом переделали в квартиры, получили технический паспорт. И стало как здание. Вот видите, Toshiba инверторный кондиционер. Спальня 14-15-16 квадратных метров между ними. Не маленькая. На глаз сказал. И санузел, который я вам показал. Все, вот такая вот квартирка. Хорошие локации. Рядом много всякой инфраструктуры, торговый центр Аланиум, рядом также протекает речка Оба, район Оба-Гёль. Спускаясь вниз, показываю вам территорию. На этаже много квартир. О. Также здесь есть сауна, дорогие зрители, видеонаблюдение, общий интернет у всех. Вот. Сауна, видите? Этаж четвертый. Летом она работает. Душевая кабинка. Вот закрыли. Душевая тоже есть. Лифт. Вызовем лифт. Проект 2006 года. Есть вместимость 5 человек, 4. Вот вышел я из лифта. Здесь бассейн. Пожалуйста, не заходите, бассейн без душа. Зона барбекю. Вот фасад здания. Хорошая локация района Оба-Гёль. Бассейн летом работает. Это все установят заново. Итак, дорогие зрители, цена квартиры 126 тысяч евро. 1 плюс 1. 400 лир айдат. Подходит под ВНЖ. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. Тут лобби. И выход. Открытая парковка снаружи. Вот. Всем пока-пока.